В разы выше, чем у городских избранников, депутаты краевого парламента отчитались о доходах за прошедший год. Ситуация в отрасли практически не изменилась, как и месяцем ранее. Пермстат фиксирует проседание в сегменте жилищного строительства. Интерес к среднему и малому бизнесу со стороны крупных промышленников. В Прикамье пройдет форум «Дни пермского бизнеса». Новости на РБК, в студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Самый большой доход среди депутатов Заксобрания края по итогам 2016 года задекларировал генеральный директор Уралкалия Дмитрий Осипов. По сведениям, опубликованным краевым парламентом, он заработал почти 153 миллиона рублей. В полтора раза ниже доход у топ-менеджера компании «Соликамсбумпром» Виктора Баранова — 99 миллионов рублей. Он на второй строчке условного рейтинга. Президент футбольного клуба «Амкар» Геннадий Шилов заработал в минувшем году 91,5 миллион. Доход директора ПЗСП Николая Демкина чуть более 70 миллионов рублей. Завершает топ-5 по уровню доходов гендиректор инвестиционно-управляющей компании «Реал» Юрий Борисовец. Доход руководителя парламентской фракции «Единая Россия» составил чуть более 69 миллионов рублей. Председатель Заксобрания Валерий Сухих заработал в прошлом году 4,5 миллиона. Ранее на своем сайте сведения о доходах опубликовали депутаты Пермской гордумы. Наибольший доход задекларировал Михаил Бесфамильный, более 90 миллионов рублей. Далее идут Алексей Демкин и Владимир Плотников, 77 и 71 миллион соответственно. По итогам 4 месяцев того года в Пермском крае сдано в эксплуатацию чуть более 135 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель почти в 2 раза ниже, чем за такой же период прошлого года, отмечает Пермстат. В крае ввели в эксплуатацию чуть больше 2000 квартир. В прошлом году в крае общая площадь сданного жилья была выше на 43%, то есть почти 250 000 квадратных метров. Месяцем ранее Пермстат отмечал, что по итогам первого квартала года в крае показатели по сдаче жилья проседали еще ниже на 47%. Участники рынка ранее отмечали, что объем строительства сокращают многие застройщики. Новые объекты планируются осторожно, добавляют сложности изменения в законодательстве и ужесточение политики по плотности застройки. К тому же пока не показывает серьезный рост платежеспособности населения, отмечают эксперты. На форуме «Дни пермского бизнеса» представители малых и средних предприятий смогут обсудить возможности сотрудничества с крупными промышленниками. Это общая концепция работы форума. На это делают акцент представители регионального Минпромторга. В этом году форум сменил статус с городского на краевой. Одной из главных тем «Дней пермского бизнеса» станет демонстрация положительного опыта местных предпринимателей, а также популяризация бизнеса и создание положительного имиджа пермского бизнеса в целом. Спикерами и модераторами форума выступят представители российского правительству и региональных органов власти, также крупные российские предприниматели. В рамках форума будет проведена отдельная сессия по кооперации, где как раз представители крупного бизнеса расскажут, какие есть у них потребности с точки зрения привлечения малого и среднего бизнеса. То есть таким образом мы вовлекаем малый и средний бизнес в сотрудничество с крупными промышленными предприятиями. Организаторы отмечают, что в этом году увеличилось количество панельных дискуссий, также была увеличена выставочная часть, экспозиция бизнес-проектов и инновационных предприятий будет насчитывать почти 100 организаций. Это рекордное количество участников за все годы проведения форума. Завершением дней пермского бизнеса станет закрытая панельная дискуссия, посвященная прогнозам изменения экономической ситуации в современной России. Соликамский магниевый завод не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Это решение совета директоров компании. Причина – отсутствие прибыли. 2016 год компания закончила с убытком. Еще в апреле стало известно, что по итогам прошлого года предприятие показало убыток в 237 миллионов рублей. В 2015 году завод был прибыльным. Компания заработала почти 475 миллионов. Основными факторами, оказавшими негативное влияние, по словам самого предприятия, стал рост затрат на основное сырье и материалы большими темпами, чем цены на реализуемый продукцию. Также сложное положение на рынках сбыта. В первом квартале года, как ранее сообщал РБК, компания также показала чистый убыток. Он превысил 70 миллионов рублей. Снижение финпоказателей в компании также объясняли уменьшением выручки в результате снижения цен на продукцию. Ну, вот и в планах компании развитие действующих производств по выпуску товарного магния и сплавов. Кроме того, увеличение объемов производства и номенклатуры продукции редкометального производства, титана, губчатого и продукция химического производства. Ну, это пока все новости. Я же пока не прощаюсь. Следующий выпуск уже менее чем через час.